Вы мечтаете о красивом оформлении группы или канала YouTube? В таком случае вам группу Corsair Art Studio. Здесь высокое качество, короткие сроки изготовления, а самое главное — низкие цены. Ссылочка под видео. Check out this epic drop. Всем привет, дорогие друзья, рад вас приветствовать на своем канале. И с вами Виторган 177. На обзоре у нас сегодня будет карта. Данная карта, кстати, от автора, которого с предыдущего обзора. Карта деревня вот была на предыдущем обзоре. Сейчас же у нас будет карта Горное ущелье, ну или же Mountain Gorge. Вот, ну, в принципе, ничего пока сказать не могу по поводу этой карты. Я даже на ней не спавнился, я увидел дополнительный слот, и я понял, что мы живем. Вот, единственная данная карта на ML-версии, к сожалению, не запустится, как я и говорил на предыдущем обзоре. Если есть вот такие пустые слоты, на ML-версии карты эти не идут. Вот, значит, Иван Валуев, автор данной карты. Это, я так предполагаю, не то вторая работа. Вот, он как бы мне в порядке, так скажем, своих творений, какие карты по какому счету идут, он мне не сообщил. Вот, ну, я так предполагаю, что это вторая работа. Потому что там вообще была карта не до конца отрекрейтена. То есть она не была до конца, так скажем, сохранена. Вот, выложена была она, так скажем, мало с недоделанном состоянии. Вот, здесь же вроде бы все нормально, леса везде прорисованы, дороги все видно, что уж там будет, я пока не знаю. Единственное, вижу, вот дорога идет, вот, и вижу, что здесь тинт, болото, вот, не знаю, насколько оно вообще актуально в виде дорог. Ну, ладно, тем не менее, попробую. Есть дополнительный слот, соответственно, мы его заполним. Давайте я поставлю, наверное, свой Урал, что ли. Вот, это, наверное, будет самый оптимальный такой вариант для обзора. Ну и что ж, наверное, прокатимся, посмотрим, что почем. О, заспавнились. Прикольно. Крас, полностью отремонтирован, полностью заправлен. Хардкорная дорога уходит у нас налево. Справа пилорама, слева пилорама, миниатюра. Точек разведки опять, к сожалению, нет. Телега-фургон наблюдается. Урал 4320, хз, что там вообще с ним. Горная такая дорога. Ну, я не вижу смысла вообще, честно говоря, ехать на 4320-31. Поехали на Кразе. Я так предполагаю, вот этот Урал, он, скорее всего, без топлива и без... ну, короче, поломанный. Вот, наверное, надо будет доехать до Урала, отремонтировать, заправить, потом съездить сюда. Или же можно сделать следующее. Так, можно сделать следующее. Допустим, взять вот этот мой Урал. Где он там? Во. Урал, да? Поставить ориентирчик какой-нибудь вот такой вот. И попробовать посмотреть, что да как. Получится ли у меня скощунить? Если не получится, поедем на Кразе. Получится, поедем с комфортом. И ускорим, так скажем, процесс прохождения данной карты. Ни хрена себе здесь. Ох, господи, вот это здесь дороги. Боже ты мой. Боже ты мой. Что здесь с дорогами творится? Что-то как-то автор, по-моему, переборщил маленечко. Так скажем... Ой-о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 й. Давай-давай-давай, залази. Нет, не хочет залазить. Не хочет. Хоть убейся. Ну ничего, мы сейчас подтянемся. Распрямимся. И полетим. Ёптить, полетим. Вот что полетим, это факт. Это факт. Как ни крути. Вон она, телега стоит. И тиндовская дорожка. Ну, не знаю, наверное, это слишком экстремально здесь спускаться. Ну, попробуем, почему бы и нет. Что мы теряем? Да ничего мы не теряем. А что, я застрял? А, на ручнике, потому что... А, не, ни хрена, дерево мешает. Да, не получится, наверное, надо здесь спуститься, ребят. Деревья-то они мало смешают. Что это я про деревья-то совсем забыл? Здесь же все-таки лес растет, не так все просто. Ё-моё. Ну, блин, начинается.
катавасий. Но вот эти, конечно, кощунские методы, они далеко не всегда приводят к чему-то положительному. Вот видите, вот в распор стал между деревьями, и все, и ни туда, и ни сюда. Ой, сорян, ребят. Музычка волшебная прозвучала. Пора видос выкладывать. Так, ну давай. Вот мне просто уже принципа ради, знаете ли, хочется здесь попробовать пролезть. О, пролез. Понеслась! Нет, что-то не понеслась никуда, ничего. Ай-яй-яй-яй-яй! Ой-ой-ой-ой-ой! Не получится, ребят, лес очень густой. И вообще мы что-то там зацепились опять. Вообще писец, повисли как сосулька. Зима все-таки как-никак, пора сосульки вешать. Блин, конкретно зацепился прям вообще. О! Мне кажется, на Кразе бы я гораздо быстрее бы все это сделал. Доехал бы по-человечески. И не мучил бы ни себя, ни вас вот такими вот не совсем благополучными картинами. Да что он там застревает-то вечно? В чем понять не могу. А, ну мы на лебедке, наверное, повисли, поэтому мы и не едем. Так, понеслась, уроны. Ух, ядрёт батон. Ну-ка. Не, густо, я здесь не пролезу. Ладно, чертовы матери, я дольше здесь буду. Хотя вот знаете, вот осталось прям писец, вот прям вот. Вот я прям почти уже приехал, ё-моё. Ну вот осталось тут всего ничего, свалиться немножечко. Ё-моё, вот. Что-то я как-то немного не туда пополз, надо было вот сюда ползти. Вот так. Давайте попробуем вот так вот сделать. Ой, колесом зацепился за дерево. Ой, это как нехорошо. Ой, это очень плохо. А, слушайте, а может быть я насквозь проеду, а? Бывают такие моменты, когда оси насквозь деревья проходят. А, не, нормально, объехал. Блин, вот прямо чуть-чуть осталось, ребят. Вот. Прям вообще чуть-чуть. И мы спустимся. Честно говоря, не думал, что здесь настолько будет крутой склон. Думал, как-то все более полого. А ни хрена. Все очень круто. Машину переубивал просто в хлам. Зацепился я, походу, задом. Ага, точно. Точно. Опять зацепился. А, не зацепился, уперся в дерево. Ну давай, родной, немножко осталось. Вот прям вот чуточку, и все, и мы в дамках. Давайте вот так вот, что ли. О, почти, ребят, почти. Осталось прям граммульки буквально. Блин, опять хвостом зацепился, походу. Да? Да. И тяну я вообще не в ту сторону машину.
этой ёшки-матрёшки. Да, наверное, автор все-таки не предполагал, что здесь будет вот такое твориться на его карте. Ну, честно говоря, точек разведки реально не хватает. Если бы были бы точки разведки, я бы даже и не пытался бы сюда ехать, вот честно говорю. Но в связи с тем, что точек разведки, ребят, нет, грех не воспользоваться вот таким вот кощунским методом. Да, тинт, тинт, тинт. Ого, главное не засадиться здесь. Что-то как-то грязь-то здесь нехилая такая получается. Главное не останавливаться, вот что. Вот, потому что в тинт сейчас остановишься, и все, и будет полная попа. Блин, Урал-то у меня что-то не вытягивает. Смотрите, тонем, тонем, тонем. Ну, в принципе, сюда больше ездить не понадобится. Только гаражные части отсюда выковырить, и все, и на этом все закончится. Подушатал я немножко Урал. 116 урона нанес из 650. Ну, не критично, конечно, но печально. Не люблю вообще, когда машина вот так вот задамажена. На обзоре, я считаю, машинки должны выглядеть как с иголочки. Только что сошедшие из конвейера. Не, ну, присуща какая-то изначальная юзанность, задуманная автором данного мода. Ну, или того, или иного мода. Вот, но в целом, конечно... Так, а что у нас здесь за дорога такая пошла волшебная? Так, это волшебная дорога у нас на серпантин. Слушайте, ну я на самом деле быстрее бы, наверное, все-таки проехал бы, вот так вот спустился бы и сюда приехал, нежели вот такие я кренделявры здесь выписывал между... Блин, ну спуск здесь, посмотрите, дорога какая. Это, я не знаю, это триалообразная дорога. А прикиньте, здесь на Кразе 255 с полуприцепом спускаться. Во где тоже мало веселого будет. Нету луж! Луж вообще нету! Ё-моё, чё так сухо-то? Автор научился только тинт наносить и в виде грязи, и всё. А где лужи? Здесь вообще, смотрите, всё очень гладко, как будто катком укатали. Точка погрузки у нас здесь, ребята, лесоповал. Вот мне интересно, как здесь спавнить длинные бревна? Вот мне просто безумно интересно. Понятно, короткие, да? Средние, а длинная... О, видите, оно выдвигается. Еле помещается. Не знаю, что-то автор, видать, эту карту плохо тестировал. Но она лучше, так скажем, чем предыдущая, но далека от идеала. Очень далека. Мало потрачено было времени на создание данной карты. Мало. Или же незнание, как пользоваться редактором, просто вот методом тыка. Автор тыкал, тыкал. Вот, и что-то как-то не очень хорошо натыкал. Непонятно вообще, как здесь деревья вот такие огромные выросли на таком крутом склоне. Очень непрофессионально. Очень. Хотелось бы видеть что-то более адекватное. Тем более, что это вторая работа, как мне кажется. Так, ну что у нас здесь с Уралом? Я так предполагаю, сухой и поломан. Абсолютно верно. Ну, это как бы решабельно все. Мы сейчас волшебным образом вот так вот чпок. И на себя его вытянем. В принципе, можно его таким макаром, ребят, открыть гараж. Еще одна ошибка. Автор как бы просил, указывает на ошибки, говорит, что не так. Ну, кто на локации гаража наносит тинт? Вот машина утонула, как можно будет поставить тот или иной аддон в виде какого-нибудь прицепа? Будет вечно говорить, что расположите машину ровно. Это тоже неправильно. Очень много косяков, честно говоря, я отчасти расстроен. Хотелось бы видеть что-то более красивое и адекватное, учитывая, что это все-таки вторая работа, а не первая. На этом я заканчиваю, ребят. Вот еще одна как бы карта от Ивана Валуева. Обзор на нее я сделал, как и обещал. Вот, единственное, Иван даже просил меня где-то что-то подредактировать, посмотреть, сказать, что не так. Сразу хочу сказать, что я этим не занимаюсь. Я ничего не редактирую,
Я ничего не тестирую, я могу только записать обзор. Вот, а тут уж вы, ребят, сами смотрите. Вы сами прекрасно знаете то, как должны выглядеть карты. И, соответственно, добивайтесь от своих карт тех же самых результатов. То, как вы видите, хорошие карты, которые вы скачиваете. Старайтесь сделать так же красиво. Вот, и у вас все получится, и в комментарии будут у вас хорошие под картами, и лайков у вас будет много под картами. Так что все зависит только от вас. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте Виторган 177. Скачать вы эту карту сможете, увидеть ссылку под видео на сайте STMods и в моей группе. Всем спасибо и всем пока.